Приветствую вас всех на своем канале вязания с Татьяной. Сегодня, девчонки, мы будем с вами смотреть распаковку с пряжей из пряжи Урала. Наконец-то она ко мне доехала, достаточно долго ехала. Ну, Урал всегда долго, далеко, во-первых, пока транспортная компания привезет. Но, тем не менее, пряжа у нас. Для новых участников сразу хочу сказать, под этим видео вы найдете видеоинструкцию, посмотрите ее. Изучите правила, пожалуйста, и там вы найдете все ответы на ваши вопросы. Весь сбор заказов происходит на платформе ВКонтакте. Также ссылка на мою группу ВКонтакте «Вязание с Татьяной» есть под этим видео. Поэтому переходите туда, присоединяйтесь к нам. То есть здесь на YouTube сколько чего стоит, я на такие вопросы не отвечаю. Все через ВК. Также под видео есть мой телефон. Его используем для WhatsApp. То есть, если по каким-то причинам вам удобнее по WhatsApp, значит, пишите мне, пожалуйста, в WhatsApp. Итак, давайте начнем просмотр. В принципе, всю пряжу я сюда принесла, подготовила. И давайте уже будем смотреть. Значит, первое то, что пришло. Пряжа Газал джинс. 10 моточков, естественно. Цвет номер 1124. 50 грамм, 170 метров. 58 хлопок, 42% акрил. Газал джинс уже многим известная и полюбившаяся пряжа. А буду доставать. Сейчас будем с вами шуршать. Естественно, куда без шуршания? Никуда. Такая у меня работа. Пошуршать. Да, девочки? Любим мы это дело. Дальше, следующая упаковка, также Газал джинс. Попробую немножко по-другому настроить. Так. Газал джинс вот в таком вот цвете. Так, штатив. Это у нас номер цвета 1108. Тоже одна упаковочка. Следующая упаковка. Пряжа от Ернард. Джинс бамбук, 50 грамм, 150 метров, 50% бамбук, 50% акрил. Цвет номер 145. Вот такой красивый цвет. 145. Уже неоднократно я его получала, этот цвет. Вот так вы его можете посмотреть, он так выглядит. Дальше. Достаю из пакетов. Пытаюсь немножечко посортировать, но не сильно. Следующая упаковка джинс бамбу. Это вот такой цвет чайной розы. Его, наверное, можно так назвать. Цвет номер 114. Вот он. Как есть, вы его видите. Далее пошли таблеточки у нас. Таблеточки. Тут есть и ангорка, есть и меринос. Это рассказовская пряжа. Идет активный сбор на нее. Ну, потому что это даже пряжа козий пух. Цвет 03, серо-голубой, девочки. Как подмод хорошо, как самостоятельное изделие вязать тоже хорошо. Козий пух, 2 моточка. 03 цвет. Далее вот такой цвет. Это у нас ангорка, цвет 23, шоколад. Ну, камера не передает сейчас, потому что время 8:30 вечера. Я с работы, естественно, и уже такое темное освещение. Далее, пряжа шерсть натуральная, 2 мотка, цвет 01. Дальше шуршим. Цвет светло-салатовый. Значит, это у нас ангорка, цвет номер 12. Следующий цвет меринос, номер 13, лиса. Какой метраж, состав не скажу, все это посмотреть можно на сайте. Дальше. Шерсть натуральный, 0,6. Вот такой цвет. Шерсть натуральный, цвет 0,5. Одна упаковка. Ну, по крайней мере, пока. Не знаю, может быть, еще будет. Потому что я вижу таблеток, в принципе, здесь приличное количество.
Будем с вами их смотреть сейчас. Вот такой цвет. Тут уже было. Это меринос номер 13. Лиса. Дальше. Вот такой нежно-розовый. Ангорка. Цвет 18. Пудра. Далее. Меринос 25. Цвет черный. Это чисто черный цвет. Шерсть натуральная. Цвет 08. Вот такой. Пошепчу. Дальше. Шерсть натуральная 06. По-моему, уже неоднократно я его даже показала. Вот в синем цвете. Видите, какой синий. Ну, через пакет плохо, конечно, видно, но тем не менее. Ангорка, цвет номер 11. Синий. Дальше. Вот такой цвет. Меринос 04. Коралл. Ангорка, цвет 01. Далее. Вот такой. Как будто вот он и синенький, и серенький здесь. Этот цвет меринос 03. Дальше. Вот такой цвет. Да, интересно, но я не пойму, кто это. Здесь нет обозначения. Интересно. Ну что? Нет, так нет. Будем искать, что за обозначение. Дальше, девочки, смотрим. Таблеточки, наверное, все. Ализе Cotton Baby Soft. 100 грамм 270 метров. 62 номер цвета. Состав 50% хлопок, 50% акрил. Молочный цвет. Ализе Экстра. Одна упаковка. 100 грамм 220 метров. 28 номер цвета. Вот цвет, как вы видите его на экране. Это у нас 100% акрил. Ализе Экстра в таком цвете. Это цвет 167. Ализе Baby Best упаковка мышиного цвета. 100 грамм 240 метров. Цвет номер 119. 90% акрил, 10% бамбука. Дальше, девочки. Ализе Baby Best. Нежно-голубой цвет. Вот такой. Это номер цвета 183. Дальше. Одна упаковочка ассорти. Да, это добавочная нить с пайетками. Ассорти. 10 моточков. По 25 грамм моточки. Метраж не скажу. Дальше. Два моточка Каролина. А почему помоточно? Потому что на сайте Пряжи Урал есть раздел поштучно. Там вы заходите и выбираете, что бы вы хотели приобрести штучно. 100% акрил, 100 грамм 438 метров. Цвет стальной 56 и цвет 66. Нет, 11.30, простите, вот два. Дальше здесь лежит пакетик у меня. Три моточка пайеток и один моточек Лючия. Также поштучно они там были в ассортименте, да, то есть и девчонки заказали.
Дальше. Две вот таких упаковки для вязания мочалочек. Это мастерица полипропилен. Две упаковочки ассорти по моточку разного цвета. Таких две упаковочки пришло. Дальше пришла моталочка вот такая. Ручная моталка. То есть вещь такая нужная и необходимая в нашем хобби. Далее. Ернард Саммер. Одна упаковка. Цвет номер 33. 70% хлопок, 30% вискозы. 100 грамм. 350 метров. Дальше. Ализе Супер Лана Классик. То есть всем известная пряжа. Цвет номер 152. 100 грамм 280 метров. Состав 75% акрил, 25% шерсти. Вторая упаковка, то есть их две упаковки на этот цвет. Дальше. Ализе Миди, одна упаковочка. Цвет номер 36. 100 грамм 170 метров, 75% акрил, 25% шерсти. Одна упаковочка Супер Лана Классик. Это зеленый цвет. Цвет номер 469. Шуршим дальше. Дальше у нас Ернард Джинс. Пряжа от Ернард Джинс. 55 хлопок, 45% акрил, полиакрил. Цвет номер 03. 50 граммов, 160 метров. Молочный цвет. Дальше Ернард Джинс. Мышиный цвет. Цвет номер 46. Одна упаковочка. Дальше Ернард Джинс. Вот такой вот шоколадный цвет. Номер 70. Ернард Джинс. Цвет номер 28. Так, дальше. Убираем. Одна упаковочка Ернард Дольче для любителей плюшевой пряжи. Кто-то вяжет изделия, кто-то вяжет игрушечки. 100% микрополиэстер, 100 грамм, 120 метров. Вот такой вот светло-серенький цвет. Номер 782. А Ернард Дольче вот такой вот красивый зеленый цвет. Цвет номер 808. Далее, Ернард Дольче, вот такая бирюза. Видите, очень красивый цвет. Ернард Дольче. Цвет номер 746. И вот такой Ернард Дольче. Цвет номер 803. Дальше. Пришла, конечно же, долгожданная моя супервош, которую мы ждали. Сразу хочу сказать, ее пришло мало, но мы будем заказывать еще. Я сейчас буду заказ делать, я буду заказывать еще. Это новые цвета от Ализе Супервош. 75 шерсти, 25% акрил, 100 грамм, 420 метров. Это цвет номер 587. Графит, что ли? Он даже в зеленцу чем-то отдает. Не знаю, может, при таком освещении оно кажется так. Вот такой цвет. Ализе Супер Вош. Будут, девочки, еще поставки. Кому не напишу, значит, на следующий выкуп. Ну, приедет. Следующий цвет
вот такой синий, да, Alize Super Wash синий. Это цвет номер 846. Тоже одна упаковочка. Ну, нет, и две вот этого синего. Показываю просто по одной. Дальше. Вот такой цвет. Цвет номер 240. Кофейный, как будто бы, да? Далее. 578 цвет. Вот такой. Это темно-бордовый цвет появился, да? Вот он. 578. Дальше. Восемьсот сорок четыре номер цвета. Пожалуйста, красивый цвет. Может быть, я его уже показала. Они у меня тут лежат. И 845. Ну, какой-то из них я уже точно, девочки, показала. Вот они, примерно одинаковые. 845 и 844. Да? Визуально как будто они... А, это и есть 845. Почему-то я его подумала. Ну, все, это я уже переработала сегодня. Думаю, так-то они похожи и одинаковые. Ну, все, это работа. Работа, работа. Так, пришли спицы, девочки, да, потому что есть не только пряжа. Давайте посмотрим, что по спицам. Это чагушечки. Отличный аналог, да, скажем так, известных чагу. Лесочка 100 сантиметров, номер 3,75. Достаточно... Удобные кончики, не сильно острые, не сильно тупые. Леска, вот я вязала, ну, вяжу носки. У меня она не запоминает память. Надеюсь, что и у вас она не будет запоминать. Дальше набор спиц носочных. 6 размеров от Knit Pro Dreams Symphony Wood. 12,5 сантиметров длина спицы. Начинается от двоечки, 2,25, 2,5, 2,75, 3 и 3,25. Вот такой набор, да, из 6 размеров спиц. Дальше посмотрим, что здесь было в пакетике. Так, здесь два чехла для хранения спиц чагу. Открывать не буду, нарушать целостность упаковочки, девочки, я не буду. Можно все посмотреть на сайте. Дальше пришли спицы. Symphony Wood, леска 100, размер номер 5. Zinghi, леска 120, размер номер 4. Knit Pro Royal, это деревянные спицы, леска 100, размер 4,5. Обычные спицы, бюджетный вариант спиц, заменитель, когда вам, ну, много вяжете изделий. Леска хорошая, практичная, очень хороший вариант для замены. И бюджетные они. Дальше чагу, леска 100, номер 3,75. Леска 100, номер 5. Леска 80, 2,75. Леска 120, 3,25. 120, номер 5. 100, номер 4,5, леска 80, номер 3, лесочка 100, номер 3,25, 80 сантиметров, номер 5, 60 сантиметров, номер 2, 60 сантиметров, 2,5, 60 сантиметров, номер 5. В этот раз повезло получить большое количество спиц. Также пришли резаки, да, которые также можно там приобрести. Счетчики рядов в футляре.
шпульки для намотки пряжи, разная мелочевка, наконечники для спиц, такие по две штучки, рулетка и ножнички, цапельки, вот такие, пожалуйста. Это все можно посмотреть, выбрать и заказать, написав мне в личном сообщении в группе ВКонтакте. Или написать мне сообщение по WhatsApp, девочки. А выбираете вы на сайте «Пряжа Урала». То есть все ссылки на сайты, на которых мы заказываем, есть в моей группе. Так, и последняя, девочки, упаковка, которую я хотела вам показать. Это пряжа от Пехорки. Популярная. Килограмм пряжи. 10 мотков. 698-й, темно-фиолетовый, 100 грамм, 133 метра, 50% шерсти, 50% высокообъемный акрил. Все, мы с вами посмотрели всю пряжу, которая приехала к нам из пряжи Урала. Заказываем дальше. Носочку закажу, ждем еще. Так, кто не получит сообщение, ну и увидимся уже с вами в новых роликах. Казань к нам едет. И что? А, и Парсвел сейчас готовит на отправку. Все. Надолго не прощаюсь. Всем до новых встреч и пока-пока.